Добрейшего времени суток, мои дорогие! Вы находитесь на канале Маму Людмила, и я рада приветствовать вас. Сегодня я вам расскажу, как я связываю нитки для того, чтобы не было видно кончиков. Я давненько обещала вам это видео, и сегодня показываю. Если видео будет вам полезным, не забывайте поставить лайк. Когда-то давным-давно мама научила меня вязать вот такие узелки для верлока. Они очень тонкие, ну, конечно, она меня учила на тонких нитках, но я сейчас это применяю в вязании. Они получаются вот такие вот текстильные, очень крепкие, видите, и абсолютно незаметные. То есть это тот вариант, когда кончики можно и не прятать, потому что их нет. Что я делаю? Я беру одну нитку и вторую нитку, накладываю их вот так вот одна на одну. Зажимаю между двух пальцев вот так и делаю один моток. Вот они оба кончика. Видите, вот так вот. Придерживаю пальцем и беру нитку. Вот сюда, между этих двух кончиков. Вот и все. Узелок практически завязан. Дальше я беру спицу и вот в это первое кольцо поддеваю вот этот вот задний кончик. Беру вот эти два обрезанных конца. Вот так. И затягиваю нитку. Вот и все. Можно, если нитка тонкая, можно ее дальше вот так вот расправить и вязать. Можно кончики обрезать совсем коротко. И вот у нас получился вот такой вот крепкий узелок, который почти не видно на нитке. То есть вот так. Причем учтите, что это еще нитка, она не шерсть, да, это у меня кукуруза с хлопком, то есть гладкие нитки. Если это шерсть, то этих клубочков вообще не видно. Сейчас покажу еще один раз. Одна нитка и вторая нитка. Первая снизу, вторая сверху. И вот так вот их зажимаю пальцем. Видите, вот такой вот как крестик получается. Первое обвитие, вот так, и второе между вот этих кончиков. Теперь спицей, крючком, что у нас есть под рукой, да? Вот так вот можно взять этот кончик, продернуть его в первое кольцо, и вот он вот наш узелок. Такой вот получается узелок. Можно еще короче обрезать кончики. Вот, видите? Совсем нет узелка. Совсем его не видно. Он есть, но его не видно. Вот, будет вам полезно. Надеюсь. Не забыли поставить лайк? Вяжите в кайф!